карась, да, это. Мелкий, ну. Хотел время сказать всем здравствуйте. Мы на водоеме. Сергей ловит рыбу. Я смотрю на рыбу, как он ловит и как она плавает. 19.56, а какое? 11 января сегодня. Озеро половинное. Глубина в районе 2 там, метров, может даже, мне кажется, с копейками. Рыба есть, но не крупная пока. Вот. Я еще только, короче, удочку даже не достаю. Он уже, наверное, с десяток наловил. Муть только у меня поднимает здесь, и все. Сейчас я буду ловить. Серега, он хрюкает, да, у тебя? Да, я просто зажал он так. Специально. Да, аж он, видишь, вот оторвался. Это здоровый карась. Это он все ловит, карасей ловит, а я все продолжаю также смотреть. У него их уже вон сколько. А у меня всего два. Два. Вот у меня мешок у меня большой, а карасей всего два. Сейчас я настроюсь и буду тоже ловить. На камеру не получается, потому что вот эту лунку она уже не видит. Они там вон муть поднимают какую. А близко которая, вот это, например, у нас фокусироваться не может на мормышку. Но я сейчас эту еще пока мормышку и найти не могу. Мишке Туманову привет передавай. Кому? Мишка Туманов. Мишке Туманову привет, Серега, а говорит, надо передать. Рыбалку хочет, никак не может приехать. Привет передай. С рыбалки, да? Но. Вот так вот, Мишка, тут рыбы, вон сколько она, вот полно, у Сереги еще больше. Рыбалка продолжается, рыба по-прежнему игнорирует мои приманки. У Сереги, как обычно, он там он клюет, у него он там напрятан, уже у него рыбы куча. Вон, вон сколько у него там рыбы. У меня уловчик скромный. Всего тут в районе десяточка. А, ну конечно, он вон на сколько удочек ловит. Я практически на одну. Ну, на две. Рыба ушла куда-то. Ушла? А нет, она тут возле камеры. Возле камеры трется. Тянет опять, да? Опять у него. Опять у него карась. Ловит, 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 ловит. Куда ему их столько? Да куда мы приехали? На приехали на рыбалку. А, на рыбалку все-таки. Да, за рыбой. О, за горбунец, горбунец он поплыл. Пытается, пытается всплыть. Уплыл. А я, как и прежде, все смотрю кино. Пока у меня аккумулятор не сел. Будет брать, не будет. Что-то ему не понравилось. Огромному этому карасю. Нет, подался дальше. Серега, Серега, что за хитрая прикормка у тебя? Я думаю, чего у него клюет? Я, говорит, ничем не кормлю. Да я только первый раз. Вот все, вся рыба у меня и уплыла к нему, похоже. Ну ладно. Я таких маленьких был, даже отпускал. Часто у нас такой программы нету. Потому что я уже не маленький.
все меньше и меньше. Хе-хе, я самого маленького поймал. Ну. Этот все таскает и таскает. Куда ему столько рыбы? Время 23:11. Вот столько у него уже рыбы. Ему уже ее девать некуда. Уже, наверное, за эту, за палатку даже туда сыпется. Но у меня тут скромнее гораздо. Гораздо скромнее. Самый, наверное, крупный вот это тут. Ну или что-то около этого. Карась муть поднял. Нифига не видно. Но он там он есть. Вон он проплывает. К Сереге поплыл опять. Нажимаем. Я проигнорировал. Плывет дальше. Время 23:43. Закончили рыбалку. Вон этот надербанил сколько карасей. У меня раза в три, наверное, меньше. Мешок-то я взял большой, а он пустой. Сейчас будем складываться, собираться и выходить. Как-то вот так вот.